Здравия всем! Вы на канале Елены Дерегетти. Мы приехали в городок Блед, Словения. Озеро называется тоже Блед. Там стригут траву. И вот такой шум. Какие шикарные вот эти вот чухи. Такая вот трава. И вот такая вот трава. И вот такая вот трава. А вот это с беленьким. А вот это с красненьким. Вот такие вот урны для пластика, для бумаги, для металлического. Смотрите, какие-то поля. Вот на такой лодочке можно сделать прогулку. Здесь вот водичка не очень чистая, могли бы уже и почистить для туристов. Но внизу под этой травой вон рыба скрывается. Да, она там рыба. Есть рыбка. Шикарное туристическое место. Там какой-то сход. На чем-то непонятно. И вон там вон есть остров. И народ вот так загорает. Смотрите, вода чистая. И вот эта вот зеленая трава, это просто вот трава, которая не просто ее сюда кинули, она там растет и живет. Вот такая церковь. Тихий час. Марко уже словил бесплатный интернет. А вот для птичек здесь у них кормушка. Смотрите, там от мороженого штучки. Вот воробьи тут столуются. Опять же, вот такие вот деревья огромные. Называется на итальянском платинум. Ну, давайте вот так обзор сделаю. И скажу вам, за что меня муж пожурил. Марко меня очень сегодня журил за то, что я, ну, мягко говоря, с головой не особо дружу и оставила, как сказать, карикатуры, заряжалку, вот, заряжалку телефона оставила в гостинице в розетке. Все бы ничего, если бы это уже была не четвертая моя такая потеря. Каждый раз куда-то едем, и каждый раз я это дело оставляю. Там островок. В общем, мы побыли вот в городке Блед, Словения. Сейчас пойдем вот сюда что-нибудь попить. Такого освежающего. Я с вами прощаюсь. Когда будете в Словении, обязательно посетите вот это местечко, потому что очень шикарное. Мы объехали весь остров на автомобиле, но так как у меня телефон не сильно заряжен, то это вот выглядит вот так. Ну, очень живописное место. Я просто передать словами не могу. Как я вижу, это все дело глазами. Время обеденное. Вот так, да, вот так. Смотрите, вода очень прозрачная. Благодарю всех моих подписчиков, что заходите на канал. Марко, вой салютары. Привет. Как дела?
Io sto bene, grazie. Всем удачи!